Призеры Победы вернулись в Якутск. Команда из Мигино-Кангаласского района заняла третье место на всероссийских военно-спортивных играх в Москве. Своими впечатлениями ребята поделились с нашей съемочной группой. Более 700 юноармейцев страны поборолись за звание лучшего в финале военно-спортивной игры «Победа». Якутию представлял военно-патриотический клуб «Кадеты» из Мегино-Кангаласского района. В течение 5 дней команды преодолевали полосу препятствий, состязались в стрельбе, скорости сборки и разборке оружия. Мы заняли третье общекомандное место. Соревнования проводились на высшем уровне со стороны руководства Министерства образования и науки и со стороны руководства Министерства обороны были все соблюдения правил. Стоит отметить, что занять призовое место команде Якутии не удавалось 20 лет. Подготовка к соревнованиям началась в июле. Кадеты являются двукратными призерами республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс». Мы очень волновались, что уже нет шансов. Но потом сказали на трибуне, что мы третье место. И с кем познакомились? Мы познакомились с Республикой ТВ и Хабаровский край. Они нам очень помогли, там группа поддержки. Многие из ребят планируют связать свою жизнь со службой в армии или в правоохранительных органах. Это было легко, но очень волнительно. Я себя привел в полосе препятствий. Ну, я самый первый подбежал, и все остальные на меня равнялись. Вся команда получила приглашение на новогоднюю елку главы Якутии, а в дальнейших планах теперь уже первое место на всероссийской игре «Победа». Юлия Великодная, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.